Ребят, привет! Сегодня мы делаем реакцию на необычный кавер на песню «Сонне» на группу «Рамштайн». Эту песню я уже от группы-то слушала, но реакции у меня еще пока нет. Очень много кто на Ютубе делал кавер на эту песню. А я хочу остановиться только на одну из них. На кавер, который сделал Игорь Свиридов. В общем, ребят, давайте сначала послушаем этот кавер, а потом уже будем рассуждать. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Это я знаю. Sechs, sieben, acht, neun. Эта штучка. Ребята, изначально я думала, что вот он будет и петь. Нет, он только ведь играл на этом инструменте. Мне очень понравилось, как вот Игорь сыграл эту мелодию. Он профессионал своего дела. Вот это мне нравится. Если он берется, если кто-то берется за дело, то надо браться профессионально. Сразу видно, что человек вложил в это всю свою душу. Это не просто перепевание. Подражание – это новое исполнение. То, как мог бы звучать этот трек, если бы его придумала не группа «Рамштайн», а кто-то, ну, чья-то другая группа. Или бы в группе «Рамштайн» был бы Игорь. Но что-то, ну, может быть, бы и звучало как-то по-другому. Исполнение очень цепляющее, между прочим. Вот, понимаете, вот музыка как будто бы ведет тебе по темному туннелю. А тут и показано так. Ты не знаешь, что тебя там ждет впереди. И от этого испытываешь какой-то трепет. В душе какое-то волнение происходит. Вот я хотя сижу дома. Ой. Но у меня, вот не знаю, видите или нет, но у меня, видите, тут несколько волосенков, они дыбом стоят. Это просто как-то за душу хватает. Вот этот трек мог бы стать каким треком к какому-нибудь фильму такому, знаете, вот
какой-то фантастике, что ли, фантастическому фильму. Или знаете что, к сказкам братьев Гримм. Вот так, такое чувство у меня, такое ощущение. Но не переделанных, а вот в редакции 1812 года. Если вы, конечно, слышали вот первоначальные сказки. Вот у братьев Гримм вот были такие сказки жутковатые. Могилы отрубленные, пятки, ноги, руки. Вот опять видите, муракашки какие-то на мне. Ведь эти сюжеты не придумывали, а просто переписывали народные предания. Как будто так все было. Сказки нет, сказки. Поэтому Игорь молодец, он постарался. И еще пару слов, я сейчас расскажу про Игоря. Вот Игорь Свиридов, он аранжировщик, звукорежиссер. Ребят, а догадайтесь, с кем он работает? В комментариях напишите. С Пламеневым. Пашкой нашим Пламеневым. И также он вместе с ним выступает. Игорь закончил Московскую консерваторию. Он пианист, ну как пианист. И имеет звукорежиссерское образование. Музыка — это то, к чему он шел осознанно, ну вот, свою жизнь, вот сколько ему сейчас лет. Ребят, нет предела совершенства, давайте его поддержим, пусть он нас радует, дальше продолжает клипы какие-то делать, вот, пусть еще, у Рамштайн не только вот этот вот клип, у них много всяких клипов, полно, пусть он делает это, все продолжает, это его любимая работа, вот пусть он ей занимается. Когда любимая работа, знаешь, как воодушевляет это вот. Вот у меня была любимая работа. Меня воодушевляло. Я не хотела даже на пенсию ходить. Я на пенсию... Да не было. Мне надо это все говорить. 5 лет пробыла и опять пошла на эту же работу работать. А вот вы же слышали у Пламенева песни. Так Игорь с ним работает. Поэтому и песни такие получаются у Паши Пламенева, я имею в виду. Ребята, ссылки будут все в описании. Не упадем мордой грязь, господа товарищи. Ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока.